Так, сегодня у нас 20 сентября, у меня немножко полегчало, но, конечно, голова все равно квадратная. Я в тумане, бедная моя камера. Уже запылилась, ребят, представляете? Вот что значит отдыхать без ютуба. В общем, сегодня у нас 20 сентября, у Лешка сегодня 4 годика, и он в садике. Подарки одни ждут, другие сейчас должны подъехать. Я приготовила, почти приготовила салат крабовый. Со вчерашнего вечера еще тут у нас сыр, майонез, чеснок. Это еще на помидорки пойдет. Пюрешку уже готова со вчерашнего дня, потому что я в один день... Тяжело много все делать в один день. Спина, состояние еще, да, не то. Колбаска есть, сыр нарезанный. Так что сегодня в кругу семьи справим. 4 года, в садике он справится с ребятками. После садика у нас сегодня первое в жизни собрание будет, а после садика, после собрания пойдем в магазин, он сам выберет себе подарок. Ну вот так вот. Не, мы маленькие подарки купили. И я попозже вам покажу, что это за подарки. А, чеснок. Как вы думаете, откуда это? Все на английском. Это с Америки, с Амазона. 9 баксов всего стоило, без доставки. Лешка очень-очень хотела такой костюм в полис-офисе, полицейского костюм. Тут все есть, наручники, вон, это рация есть, кепка, короче. Я надеюсь, будет довольна. Это тоже у нас вроде на Амазоне я все заказала. Доставка была 8 дней. А если кто-то хочет что-то сделать, заказ, пишите, я вам сделаю заказ, потому что, надеюсь, сейчас выздоровлю и, может быть, займусь доставкой вещей с Америки. Ну, посмотрим, еще не обещаю. Смотрите, как клево, обалденно, да? Мне кажется, Лешка придет, просто будет в шоке. Он так хотел вот шарики именно с веревочкой на потолок, чтобы были циферка 4, и вот Человек-паук. Тем временем я скоро поеду за Лешиком, пока сейчас стол буду накрывать. Отправляемся на первое в жизни наше родительское собрание. Лешка сейчас тоже подъедет, потому что я, может быть, буду уходить, если у меня там кашель начнется или еще что-то. Родители будут возмущаться, и вообще. Кстати, вот то, что я сегодня прошлась уже на улицу, выбежала, ездила куда-то по делам, не помню еще куда, и получше стало. Да, надо кое-что взять. Видите, он сидит сейчас, а до этого он лежал. К нему даже никто не подходил, я просто хотела уже прямо посередине дороги остановиться и выйти и сказать, ты вообще нормально, жив, здоров? Стоят только пялятся молча, никто даже не подойдет, не попросит, не спросит вообще, надо помощь или нет. Даже если он пьяный, не пьяный, какая разница вообще, блин. Вот она, отличие еще, да, от Америки. То, что здесь у нас люди какие-то немножко дикие в этом плане. То, ну, они, может, боятся что-то, я не знаю, там, ну, подойти, спросить, если он даже пьяный. Ну, короче, удивляюсь этому. Ну, тоже подтянется, я думаю, да? У нас было собрание, да, зайчик? А где мой? А он детский сад мой. Нет, у вас другое окно. У нас муж логопед будет, но мне надо сначала будет пройти ГППЦ или как оно там, БПМЦ. Целую эту дилемму. Уже темно стало, пока посидели. И сейчас мы едем куда? За подарком тебе, помнишь, мы обещали. А там машина есть. Да. Там этот лайк. Ты же другое хотел подарок. Это же тебе в садике подарили. Да, это приз. Это приз. Ну, тебя еще дома ждет приз? Такой классный. И сейчас едем в магазин еще, да? Да, сейчас. Выберешь подарок себе? Да, это класса. Ну, посмотрим, что там. Там класса. Там все тут целые. Хорошо. Братик твой, Леш. Привет, Эдин. Матео. Hello. Оленька, ты посмотри, как он смотрит на вас. Мы, короче, пошли в детский магазин выбирать Лешику подарок. Ой. И бабушка с дедушкой еще едут к тебе, да? Кстати, надо собирать. Вот такое прям приинтересное. Олег, будем смотреть с тобой, Лёш? А вот там, может быть, есть какая-то трасса? Смотри, твои эти герои любимые. А, да, я тебе тоже. Ну, ого. Уже. Что еще можно выбрать? В Walmart такие продавали толчки. Вот у него-то не. Ну, давай, где искать нашу трассу? Я там нашел вот такую. Да? Да, вот только. Ой, футбол. Это, кстати, футбол играть. Клевая штука. Футбол! Ты какая-то 1000 рублей какая-то машинка, да, конструктор? Прикольно, слушай. Да, представляешь, у вас сколько машинка? Может, две такие взять даже, да? Вот, собери свою трассу. А, вот такую трассу вы хотели собрать?
мягкая такая, видишь, которая? Ого, смотри! Ого, смотри! Да, лего. Не-не, что-то такое. Смотри, какие классные с лего. Ого! Угу, 6 лет только это. Купи мне там. Лёшка бедный растерялся, не знает, что хочет. А, вон! Такой? Да. Ого, там еще вот есть. Мама, мне нету вот такой. Это то же самое, мне кажется, самом нет? Деле. Даже меньше, смотри. Нет, большой там такой. Есть вот такая точка, а тут нет точки. Есть вот такая штучка. Нет. О, мама. Смотри. Ого, еще. Хотя, вот что Лёшка взял. Можно я не ну, там трансформер. Сейчас, подожди, подожди, сейчас выйдем, я тебе открою, да? Все. Мы пришли домой с подарками. Ты видел, кто это, Лёша? Ты видел эту прелесть, а? Круто? Да. И подарки Спайдермен принёс. Это цифра 4 и шарики ты хотел к небу. Да. На верёвочках, да? Ты довольный, зай? И с днём рождения он тебя, кстати, Лёва, как лежит, поздравляет. Привет, Лёва! Итак, сегодня Лёшечка родился, кстати, в 19:12 вечера, да? Вечером. 4! Загадывай желание. Happy birthday to you! Меня арестовали, сын меня арестовал. Нет, дружки. А где ключ? Нет, там есть ключ? Маму не надо. Вот. Дедушка. Сейчас надо научить. А как там попробовать ее открыть? А, все. Фу, я ж перепугалась. Всем доброе утро. У нас сегодня уже 21 сентября. Кушаем от бабушки пирожки, да, Зай? Салатик и вкусняшки. Сейчас будем кушать Лёшку. Вчера было 4 годика нашему сынулечке. Ну, тут белая. Смотрите, какой клёвый робот. Просто покажи, как он ходит. Фаер. А это чудо-машина Трансформер. А это Hot Wheels, да, вот эти вот? Да. Набор был. А еще такой жетон есть у Лёшки. Да. Ого, все, теперь можно арестовывать. Under arrest. Нет, это Сангал. И так... Так, эту кнопку. Сэндан. Вот я и хотела в это поиграть. Я же вчера не играла. На ночь ставим бумажку. И сейчас я вам покажу. Тут такая крутая штука. Как ее делать? Так. Итак, вон, видели, как клево? А как они светятся? Вот так. Там нажать куда-то надо? Вот. Покажи. Поспали днем. Лёшка, видите, в своей форме, с рацией, да, Лёш? На него все смотрят. Здесь очень непривычно так гулять. В Америке можно в любом костюме гулять. Нормально, а здесь так все прям... идет маленький полицейский. Мы уже в магазин зашли, купили лекарства. С ингалятором будем лечиться теперь. На день рождения еще бабушка и дедушка подарили Лёшку вот такие шахматы. Папа с ним играется. Я хотела вам показать, чего мой папа отдал на память вот такие вот... Кстати, значки победителя какой-то соцсоревнования, 77-й год. И ну погоди. У меня голос еще вообще не работает. Ну, сейчас поедем к бабушке в больницу. Лёшка дышит ингалятором. Молодец. А они мне купили апельсины, сейчас сделают сок. А еще я сделала щи из квашеной капусты. Сегодня уже какой-то там день. Сейчас скажу вам какой. 23 сентября Лёшка опять у нас. Ну, не то, что опять. Просто у него сопли, кашель. Я вроде поправляюсь, но у меня до сих пор все заложено. Там мы сейчас идем постричься. Лёшка надо постричь, потому что он очень-очень оброс. А на улице зима пришла. Нам надо ехать теперь покупать ботинки зимние, да? И комбез осенний. Ой, зимние ботинки. Осенние. Смотрим все. Ого, как клево. Лёш, ты хочешь в садик ходить? Нет. Вот так вот, видели как? Что творится? А сзади еще я могу. Давай, у нас такие только есть в сад ботинки. Брейк-данс? Дай. Нет. Угу. Вот они, по-моему, вот такие вот картерсы. Кстати, вот эти картерсы зачем нам покупать? Вот они тепленькие. Смотрите. На теплый носок можно надевать. Я так. Молодец. А смотрите, как он исполняет. Трам-пам-пам. Нет, еще такой могу. Давай.
Смотрите. Смотрим. Нет. А то. Круто, молодец. Ты на танцы в среду пойдешь? Нет. Он что, отказался идти, представляете, на танцы заплакал. Да, долго. Сегодня Лёшка принёс от вас подарочек. И спасибо вам огромное. За это мне просто голос до сих пор осипший. Какая вкусняшка. Знаете, как приятный Лёшка, довольный. И вот еще подарочек. Нас видели, как лекарство. Лечимся. Спасибо вам большое от всей души. Здоровья вам крепкого. Спасибо вам. The next day. Всем привет! Наконец-то, да? Лёшек сегодня в садик пошел у нас с истериками. Представляете? Не хотел мальчик мой идти в садик. Дома, говорит, хочу. Я ему объясняю, что мне надо к врачу ехать, потом к бабушке памперсы эти покупать. Кстати, у Лёшки на канале, посмотрите, как мы просто, я не знаю, добивались, чтобы мы прошли, и Лёшек увидел свою бабушку, прабабушку в больнице. Это что за дискриминация, в общем, была? Детям до 10 лет нельзя заходить в отделение. Но мы когда попали в другое отделение, в этой же больнице, но нам говорили, что закон один на всю страну. Но в другом отделении нам сказали, а почему вы не зашли, зачем бабушку надо было спускать? Посмотрите, в общем, все у Лёшки на канале есть. Апельсиновый сок. Сейчас йогурт перекушу и буду делать плов. Так, мне надо место здесь освободить. Так что Лёшку сегодня поедем покупать перчаточки. А то он говорит, у меня руки мерзнут. И деньги нужны, чтобы все купить это. Я не представляю, когда у кого-то по трое детей. Это же сколько денег надо, мамочки родные. Мы вообще в шоке. Это просто такой хулиганё растёт маленькие. Лё, покажи, что ты делаешь. Смотрите. Сейчас. Вот так вот. Все выше и выше. Ладно, я собираюсь за Лёшком пораньше, потому что он сегодня со слезами пошел в садик. А надо зайти будет в школу, знаете, что там надо. Дополнительные занятия будут в садике. И мне сказали, что если у меня инвалидность, может быть, я получу какую-то скидку. Поэтому я сейчас пойду относить все свои документы. На улице у нас осень, но я делаю футболку, потому что в помещениях тепло. Вот в этой куртке как раз Томми Хилфигер с Америки, она вообще обалденная. Здесь, конечно, она будет стоить очень-очень дорого. Там мы ее взяли всего лишь за 50 баксов, 60 рублей. Вот, Лёва, ты дома остаешься? Я поехала за сыночком. И добиваться скидки! Мы уже в машине! В общем, Лёшка на 2 дня забрала из садика. Он будет со мной, потому что у него сегодня был еще кашель. Вы посмотрите, что на улице творится. Вон лужа какая, видели? Ага. Насчет моей инвалидности, значит, на дополнительные занятия я имею 10% на одно занятие скидку. Всего 10. Ну и что, зато там 10%. На втором занятии 10% уже скидка. А мы сейчас едем в спортмастер Лёшку искать что-нибудь из одежды. Мы еще до сих пор, видите, болеем. Лёшку взяли такие перчаточки, кстати, клевые. И даже шапка вообще клевая тоже. Она стоит 1000. Там ушки все закрывает. Шарф остался. Я думаю, в H&M шарф возьмем. А мы сейчас в спортмастере. Посмотрите, Лёха какой клёвый вообще. Комбинезон Рейма сейчас со скидкой 4000, стоил 8. Размер 110, но он ему как раз. То есть ходить, в принципе, вот сейчас в такую погоду. По лужам бегать будешь? Нет. Да. Как? Да-да-да-да-да. По лужам побежишь, такой смешной. А, подумала. А вот это... Да. А это наклейка, да? Да, я шёл там. Ребята, на улице осень наступила резко. Смотрите, хорошо у меня резиновые сапоги есть, да? Круто, мы с Лёшком в резиновых сапогах. Лёшек заболел, мы на больничном теперь дома. Сидим дома. А мне еще тоже по врачам бегать, куда Лёшек одевать. Мы с Лёшкой пришли в ГППЦ. Посмотрите. Бегались. Сейчас у меня больше всего идет в Инстаграм сторис, все рассказываю. Потому что когда болеешь, вот вообще выпадаешь из всего. Теперь Лёшек заболел, мы теперь до понедельника в сад выходим. В садик он пошел после нас с истерикой, я уже говорила. Ну, в общем, этот ГППЦ насчет логопеда нам нужен.
была комиссия, там, значит, дефектолог был, психолог и логопед. Психолог говорит, просто активный мальчик, вот все нормально. Дефектолог сказала, да, это уже выкинул. Вот, дефектолог сказал, дефектолог нам не нужен, логопед нужен. И пока мы будем ходить в мини-группу вот в этом месте бесплатно, представляете? Но а в садике уже 2 недели мне логопед обещает все. Ну, она говорит, я его проконсультирую, ну, прошла беседу с Лешиком, я вам позвоню, дам заключение. А мне с этим заключением надо идти к педиатру. Потом педиатр мне на направление на всех врачей пройду. Приду опять к педиатру, она запишет меня на эту государственную медицинскую комиссию. Потом в эту комиссию где-то 1-2 месяца очередь. Я так подумала, мы пока будем вот со вторника, 8 октября начинается, ходить на эти мини-группы, 3 человека, там 3 ребенка, хотя бы так пока. Потому что в саднике платные стоят 20 минут, занятие 1000 рублей, например. Обленилась. И хочу очень выразить благодарность, огромную благодарность за этот подарок. Спасибо вам огромное за этот подарок. К Лёшке сегодня заехали на работу, надо было делать ксерокс мне. И вот он говорит, смотри, что есть. Я говорю, вау, спасибочки вам большое, очень приятно. Спасибо, честно. Ребят, вы просто супер. Спасибо вам большое. И самое главное, я вам желаю здоровья и крепкого. Кстати, еще подарок. Я как-то, я не знаю, даже ну, это очень много. Смотрите, сколько подарочек. Супер раскраска. Мы можем разукрашивать. Это просто невероятно. Так приятно. Спасибо большое. Это мне надо? О, а я сейчас тоже. Я вечером. Конечно, так интересно. Заснять. Ну, да. Давайте посмотрим. Нужно сами внутри. Рамочка. А как это так получилось? А как это так? Вот с Инстаграм откуда, наверное, да? Здорово! Это так клево вообще! Фотки с моей днюхи! И ты на день рождения у меня был тогда. А у Ската был на днях день рождения буквально. Да, после Лешика. Клево, спасибо. Спасибо большое, Арина. Это очень оригинально и приятно. Это мне, это мне, это должен был.